16 сентября состоялась ежегодная показательная ярмарка студенческих организаций Международного IT-университета. Мероприятие началось в 4 часа дня. Прямо на улице были расположены столы, за которыми сидели лидеры и представители тех или иных клубов. Как оказалось, в нашем университете их существует около 15, и все они абсолютно разные по своему типу. Это и творческие организации, такие как музыкальная группа Ауена или танцевальный коллектив Shadows, так и спортивные или футбольные, баскетбольные клубы. Дебаты – это интеллектуальная игра, где вы аргументированно доказываете свою точку зрения. Здесь мы спорим не только об экономике или политике, но и о жизненных ситуациях, например, что вам ценнее – карьера или семья и так далее. В дебатах также у вас развивается критическое мышление, у вас расширяется кругозор, вы начинаете развивать свои ораторские навыки, вы перестаете бояться сцены, и вы обретаете офигенное комьюнити из очень добрых, хороших, прикольных людей. Вот, поэтому вступайте в дебаты. После презентации всех организаций ярмарка плавно перешла в студенческую дискотеку и закончилась в 8 часов вечера. Она, как и задумывалась, прошла широко и масштабно. Ее посетило несколько сотен человек.